Старый рояль весь в испуге раньше играл. Он только фуги, он весь дрожит от страха, не слыша баха. Себе на нем играю я. Старый рояль, мне поверь, не поверь, старый рояль. Песни прошлого далекого и не очень достались Серванта, они сияют, как и прежде. Есть такое слово «шлягер», а шлягера советского веет ламповостью. Ансамбль «Дисканса» обращается к лучшим традициям «Виа». В их дебютном концерте звучит «Старый рояль», «Ты у Калины жди», легендарная смус-джаз-колыбельная «Белые медведи». В малом зале Дворца культуры «Химик» не солд-аут, а настоящий аншлаг. Еще дочь соседи, звездные медведи светят вдали города. Начал работать в Дворце культуры, увидел, что ребята репетируют. Сам я как музыкант, для меня было огромным счастьем, что я встретил вновь людей, с которыми можно творчески что-то создавать. Музыканты желают играть, так обозначили главную мотивацию коллектива «Дисканса» его вокалисты Павел Козюберда и Юля Танких. За последние несколько лет коллектив наконец-то собрал состав, готовый давать концерты. Летом «Дисканса» планируют выступить в парке усадьбы Кривякина, а также в других учреждениях культуры. Заявить о себе хочется. Александр Иванов, Евгений Стародубов, новости из Искрвект.